Добрый вечер, дорогие спортсмены. Здравствуйте, дорогие операторы. Семен, Илюха, привет. Привет, привет. У меня к тебе вопросов несколько. Несколько? Ты не сильно занят? Очень. Я в ожидании еды, поэтому. Смотри, что получается. У нас на этом турнире 4 чемпиона за андерпайк присутствуют. Да? Да. Класс. Впервые такое. А, да? Да. Класс. Чтоб 4 участника являлись. Но, к сожалению, видишь, у нас 5-е не смогли наши приехать. А кто 5-й? Корчинский с Прохором. Логично. Очень хотелось, чтобы они здесь тоже были. А почему они не приехали, кстати? Не смогли. Там у ребят дела, к сожалению. У тебя новый напарник, представь, пожалуйста. Или его уже не надо представлять? Я думаю, да, не особо надо представлять. Илюх, как ты попал в экипаж? Да пригласили, я говорю, поехали, почему нет? Почему а бы еще раз? Спотыкнулся, упал, очнулся. Да, здесь. 6-й чемпион. Ты тоже на этой воде достиг очень хороших результатов. Ну, то было летом, а сейчас осень. Турнир другой. Ну, а вот да. Там Жириха можно было ловить здесь. У Семена зато было осень. Осень было. Два раза было. Если серьезно говорить, Семен, как тренировки? Завтра первое официальное, если в двух словах. Вы-то второй день всего здесь? А, завтра первое официальное уже? Да. У нас экватор пройден. Да, у нас, как говорится, экватор пройден. Ну, если мало вообще дней, ну, как ты построил свои тренировки? Да просто. Ну, что делать? Ну, не, ничего не, это, не перехитрить себя, самое главное, выйти просто. У нас, по старым наработкам? Да, да, конечно, по старому подскочили, посмотрели, что есть, чего нет. Чего-то есть, чего-то нет, как обычно. Ты знаешь, меня перед царевами мучает. Ну, так я не просто так у Ильи спрашиваю. Илю, щука была? Ну, что-то где-то клевало. 5+? Сколько? 5+? Таких не бывает. Судаки были? Судаки, я вообще давай на него смотреть не буду, чтобы ты не думал, то, что это я там что-то нажуживаю. Просто есть люди, которые еще не умеют врать, как ты. Я вот никогда не вру. Вот хоть раз мне приведи пример, когда я врал. Ну, не врешь, а... А что? Дипломатично уходишь от получается, ответа. Ты врешь. А вот для ведущего вру, врать нельзя, меня Сергей. Меня же язык не привязан ни к чему. Вот именно, тебе надо наоборот быть максимально честным со зрителем. Судак был? Был. Илюх, какой размер судака? Разный. Ну, что разный? Пятеры были? Да нет, конечно. Но я вам просто, как ну, один из моих любимых экипажей, докладываю обстановку. Щука была около 9. Вот. Судак был около 6. Это у нас? Не, не у вас. А. Ну, слава Богу, что не тренировок. Ну, были те, кто тренируется, они просто приехали поучаствовать. Присаживайтесь. Ну, да, не на марафон. Пригласили, поехали. Сказали, надо, значит, надо. Семен, если серьезно, состав 45 экипажа, это же... 48 же, по-моему, да. Ну, по последним данным, 45. Много, по-моему, не было же, да, так много никогда? Да, очень большое количество претендентов. Слушай, в этом плане очень здорово, то, что турнир растет, и такой турнир, я считаю, тоже должен расти, потому что Зандерпайк, он закрывающий, и один из самых таких, ну, для меня, долгожданных, по крайней мере, турниров. Ты вправо пойдешь или влево, по большому счету, за судаком? По диагонали, скорее. В Астрахани, в акватории Астрахани увидит ваш экипаж? Скорее всего, конечно, конечно. А как же? Может быть, в Астраханской области. Понятно. Но я город имел в виду. А, да, да, обязательно. Кого из президентов из списка ставишь в первую пятерку? Я, честно сказать, даже списка сейчас особо не открывал. Здесь очень много народу. Здесь, ну, костяк, по-моему, всегда плюс-минус один и тот же. Поэтому любого просто берешь и потенциально может выиграть. Илюх, как ты думаешь, кто будет в пятерке? Ваш экипаж там плюс-минус? Поселиться? Ну, надеемся, будем стараться. А кто еще будет, непонятно. Рыбанутые.рф – это самое большое и амбициозное тюнинг-ателье в России, площадью более 1500 квадратных метров. Это команда опытных профессионалов, с головой погруженных в свое дело, которая создает самые яркие и уникальные проекты. Рыбанутые.рф – это поддержка 24/7 после сдачи проекта и индивидуальный подход к каждому заказчику, вне зависимости от стоимости проекта. Макс, добрый вечер. Привет, привет. Чё, как дела? Да ничего, потихонечку. Сегодня заселились, тренируемся, готовимся.
Ты четырехкратный чемпион с андеркой? Ну хорош, я трехкратный. Трехкратный? Да. Ну я так, на будущее. Ну на будущее увидим, посмотрим. А с чем связано то, что с Толяном снова выступаете вместе? Да получилось, знаешь, как все в последний момент. Я Диме сказал, что ну, я не смогу по своим там обстоятельствам, и там семейные, и работы, и все сразу навалилось. А потом, спустя какое-то время, Марсель отказался, ну, тоже не смог, тоже по работе, как бы. И Толик один остался и искал напарника, ну, и мы с ним созвонились, там, попозже туда уже. И я его, так сказать, выручил, вместе будем выступать. Старый новый экипаж. Старый новый экипаж. Да, я свои там проблемы какие-то уладил, в принципе, могу выступить нормально все. Макс, если по тренировкам плюс-минус, какие прогнозы по весам, по щуке, по судаку, по крупным? Ну слушай, весна – это весна, осень – это осень. Совершенно разные рыбы, совершенно разные поклевки, совершенно разные приманки, все другое. Все работает по-другому, рыба в других местах стоит. С щукой вообще беда у нас сейчас полнейшая, что она весной, в принципе, была, что сейчас. Сейчас еще хуже по щуке. Вот, по судаку более-менее. Что там Макс говорит-то? Всем привет-привет. Он говорит, что весна одно, а осень другое. О, вообще совершенно. Совершенно все другое, да. Рыбы нет. Поэтому как бы судаком более-менее еще понятно как-то. Он есть, но не системный. Пособирать его можно, зачеты собрать за день. Вот, по щуке вот вообще ничего не понятно. Системной щуки нету нигде. Тоже приходится собирать там одну, там одну, там одну. Ну, вот сколько мы тренируемся с Толяном, уже... Сегодня пятый день, вот, и за все пять дней мы поймали две зачетных щуки, и то они там были, кило 100, кило 200, кило 300, но это не игровая рыба, сам понимаешь. Судаки, да, конечно, вчера у нас летела шестерочка, красавица, мамочка, фотографии есть. Блин, никто не послушает нас. Процесс. Вот, да, шестерочка, я тебе фотографии покажу. Ну и так, двушечки, полторушечки, в принципе, постоянно вылетают нормально, без проблем. Посмотрим, главное, чтобы в турах они клювали. Будет ли поддерживать вас астраханская мафия в прямом эфире? И будете ли вы давать картинку в прямой эфир с лодки? Ну посмотрим, не знаю, где, куда мы пойдем пока еще, во-первых, где будет связь, где не будет связи. Вот, все будет зависеть, где мы будем играть. Пока у нас понимания нет, еще два полных дня тренировок, и там уже мы определимся. Скажу так, а переживать, болеть, куда они денутся? Конечно, они все смотрят, переживают, болеют. Постоянно написывают, названивают это. Молодцы, красавчики. Всем передаю привет. Всем своим родственникам, всем друзьям, всем болельщикам. Огромный привет. Я так думаю, мы постараемся не подвести вас.